Муртазов Руслан. Я представляю Республику Азербайджан. Альберт, надеюсь, ты научился держать удар. В этот раз тебе ничего не поможет. Один раунд, 5 минут, и можешь ехать домой. Ты больше не нужен. Армения против Азербайджана, такое принципиальное дерби, и Муртазов является дебютантом, профессиональный дебют сегодня. Видим, очень рьяно он бросается на соперника, уже буквально в первые секунды раунда переводит Зарянов партер. Защищаться в гарде Зарян. Как я уже говорил, он является мастером по удушающим болевым приемам. И он сейчас пытается продемонстрировать свое мастерство как раз. И жесткая атака Заряна. Забирает он шею. И все. Насколько я понимаю, все. Болевым приемом, удушающим, и это опять-таки победа досрочная в первом раунде. Вот тот самый момент сдачи. Не видел, по-моему, руки Зарян, когда хлопал по настилу клетки. И что ж, Альберт Зарян подтвердил репутацию бойца, который одинаково хорошо бьет и одинаково хорошо работает болевыми и удушающими приемами. В любом случае, уважение его сопернику. Очень расстроен, конечно, Руслан Муртазов, но мы оставим в стороне, так сказать, разногласия между Арменией и Азербайджаном. Политика и спорт – это абсолютно разные вещи. По идее, вообще не должны пересекаться. И мы ждем следующую пару бойцов, дорогие друзья.